24 августа, День независимости, работа в мастерской. Поехали. Что делали? Делали себе два, на самом деле два движения, мы разделили их на три части. Первое движение, это было по большому счету ведение ганча, это два ганча подряд. Как ганча делается? Ребята, смотрите, позиция ганча вот она. Ганча похожа на втулку. Там нету зазора руками, ведем мы в ганча корпусом. Корпусом. Для того, чтобы вести аккуратно, мы делаем очень простую штуку. Мы становимся капельку, отдаем грудь хорошую грудь. Для этого мы задницу не оттопыриваем назад, а плечи просто под себя. Получается такая интересная позиция. Коленки мягкие, ведем мы корпусом. Потом фантом смещается мало, подольше много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. Дозоров между руками нету, четко. Семь. Дальше. Для этого мы делали два движения. Одно будет позже, второе легче. Смотрите, ребята. Все движения, которые мы делали, пишут очень просто. Пасо, пасо, правая рука за себя, закладка, поворот, выше, дальше. Пять, шесть, семь. Хожу, веду подключу за себя. Поворачиваюсь к ней. 5, 6, 7. Очень важно, чтобы ваша рука лежала на партнерше на шее. Два пальца, ну, можно заходить плечо, можно. Вот ваши пальчики, так лежит ключ. Дальше, что нужно? Нужно просто аккуратненько надавить, ну, по сути, повести партнершу за основание черепа. Да, для этого стоять не нужно далеко, нужно стоять близко, так чтобы пошло как поднялся вверх. Хорошо? Что получается? Получается раз, два, три, снимаем руку. 5. 6. Выходим, тоже ганчу. Хорошо? Дальше. Это то, что проще. Это проще, можно сделать, в принципе, больше в том, поскольку у вас для того, что нету соблазна не поднять свою руку, могут сделать безличные все. Хорошо? Ну, и, в принципе, все окружающие партнеры у вас. Дальше. Вот того, что делали. Делали такую задачу. Начинали 5, 6, 7. Иди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перехват. Петличка. 2, 3, 5, 6. Ходи. Идем. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Поехали. 5, 6, 7. Рука. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Выход. И. 1, 2, 3. 5, 6. Еще один раз. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Шаг вокруг. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Да, про руку забудьте. Да, да. Ребята, в этой штуке смотрите. Барам-барам-барам-барам-барам. Рука. Правая рука. Это левая рука. Левая рука не давит на руку вниз, она просто аккуратненько поднимается вверх. И, по сути, поворачивается над партнершей. Вот она, пыть. Добро? Иначе ваша рука делает партнершу такую штуку. Для того, чтобы ваши партнерши были красивыми, не такими, нужно просто взять руку на месте. Спасибо большое. Поднимаемся.